Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я готовлю курочку на овощах, на подушке из овощей. Овощи у меня из морозильного ларя я достала. Это овощи, которые я вырастила сама на подмосковной даче. Здесь смесь разных овощей. Кабачок, тыква, по-моему, даже огурцы есть. Баклажаны, патиссоны, помидоры. И вот такая курочка, порезанная на порционные кусочки. Мы ее поперчим, посолим, добавим чесночка, разных специй. Все сейчас мы уложим вот в стеклянную такую емкость, смазанную подсолнечным маслом. Посмотрите, как красиво, как чудесно лежат овощи в емкости для запекания. Чего здесь только нет. Я уже перечислила, но несправедливо забыла перчик и маленькие-маленькие помидорки. Здесь у меня еще есть желтенькие, красненькие. И есть еще капуста. Сверху добавила рис и все перемешала. Овощи перемешала с рисом. Овощи в процессе готовки дадут много сока, тем более, что они заморожены. И рис замечательно там приготовится. Сверху сейчас уложу курочку. Вот такая у меня приправа курица. У вас может быть другая. Можно вообще не добавлять. Все добавляем по желанию, своему вкусу. И вот такое чудо мы сейчас отправим в духовку. Я ставлю блюдо в стеклянной посуде в холодную духовку. Я сначала поставлю в духовку закрытую посуду, закрытую такой же стеклянной крышкой. Все там пропарится, а только потом, через некоторое время, я крышку сниму и курицу доведу до румяной корочки. А вот из такой фасоли в томатном соусе я сварю супчик на курином бульоне. Когда я купила курицу, я всю ее разделала. Мякоть у меня ушла в духовку на овощной подушке. А из остова курочки я варю бульон. И супчик будет вкусный. Как сварить такой супчик, у меня есть на канале видео. Размещу его также здесь, напоминание о нем. Кому будет лень потратить время на то, чтобы посмотреть, напомню, что я в этот суп обязательно добавляю пригоршню геркулеса. Вынула из духовки. Посмотрите, какой там процесс внутри. Пришло время снимать крышку. Еще немножко сверху подсолила. Соль у меня крупная. Поставила в духовку. Все, блюдо готово, курочка тоже готова, и рис отварился, пропитался соком овощным и куриным. Вот такая красота. Можно уже есть. Все шкварчит, все вкусно пахнет. Душистое, вкусное, простое в исполнении блюда. В общем, блюдо все равно очень-очень бюджетное, тем более, что из курочки получилось и второе опять у меня, и первый супчик вкусный. Вот так вот. Всем до свидания. До новых встреч.